Всем привет! Вот у нас уже, друзья, и 8:40. Таки да, все-таки залетели беспилотники, в том числе, возможно, и ракета, в воздушное пространство нашего города. По официальной информации, этой ночью в пределах области было сбито 13 беспилотников типа Шахет, они же Герань-2, и одна крылатая ракета. При этом указывается, что в Днепре вследствие падения обломков на территории одного из частных предприятий возник пожар, горели склады, гараж и автомобиль. Пожар удалось достаточно быстро локализовать. В Павлограде также падение обломков по одному из предприятий. При этом туда случился еще и прилет. Количество прилетов не указывается. Ну и соседняя Николаевская область. Там в воздушном пространстве было сбито 16 беспилотников. Итого имеем всего 30 воздушных целей. 29 беспилотников и одна ракета. Вот такая вот ночка. Сколько всего было запущено беспилотников, судя по всему, еще не посчитали. Я думаю, попозже уже Игнат всем расскажет, сколько всего летело. Эти птички поют. Прохладно, друзья. Прохладно. Пора уже утепляться. Солнышко встает. Также сегодня по городу отключение света будут. Достаточно большой список адресов. Котики, собачки. Будут проводиться какие-то плановые работы. В том числе и будут отключать еще и газ. Но там буквально 3 адреса. Сказали, включат, когда проведут эти самые регламентные работы. Какой мотоцикл с коляской. Класс. Деревья. Что-то люди посадили. Такое красивое. Осень уже все желтеет. Все опадает. Что там даже растет. В общем, так. Всем хорошего утра и до нового выхода на связь.